А ты уже знаешь про акцию 2 бесплатных мегаящика? Я специально создал нулевый аккаунт, на котором всего лишь есть одна шелька, у меня даже нету вкладки магазин. Но я знаю лайфхак, как можно обойти эту систему. Я просто сейчас быстренько все это сделаю, и мы оказались в магазине. И у нас здесь есть 2 мегаящика, и я их, конечно же, прямо сейчас открываю. Если ты хочешь узнать, что из них выпало, проверь внизу, есть ли у тебя красная кнопка подписаться. Если есть, то это очень плохо. Нужно на нее желательно нажать, а еще в комментариях можно написать, какие персонажи у тебя выпали из этого ящика. Вдруг ты легендарку выбил какую-нибудь. Открываем. Первый ящик, и у меня сразу же 2 предмета всего лишь. Но предмет-то светится, и это будет новый бравлер Пока. Неплохо. И мы, конечно же, прямо сейчас откроем второй мегаящик. Но вот для этого нужно 100% подписаться на канал. И тогда ты узнаешь, что же за бравлер у меня новенький появится. А вдруг это будет легендарка?